Саше был поставлен диагноз – крайне редкая форма фибромиллярная карцинома. Наши Николаевской онкогематологии нам бы сделали Киев назначение химиотерапию. Мы прошли 2 курса, но, к сожалению, эта химиотерапия не дала вообще никаких результатов. Повторная проверочная МРТ дала показания, что у нас есть прогрессия по опухоли. Она растет и растет очень быстро. Мы обратились в множество клиник, и одна из клиник, которая готова нас принять, это корейская клиника Асан. Это самый большой центр корейской медицины, и рака в частности. Но сумма, которую они как бы запросили за лечение, на сегодняшний день для нашей семьи неподъемная. Это порядка 62 тысяч долларов, которые, собственно, мы пытаемся вот собрать.